Дети войны продолжают отстаивать свои права, организовали общественную организацию, регулярно проводят собрания. Обсуждают, как добиться положенной, по их мнению, по закону, прибавки к пенсии. Большинство этих пожилых людей встречается регулярно, раз в месяц. Именно с такой периодичностью собираются здесь те, кто пытается отстоять свое право на достойную пенсию. Ведь то, что полагается детям войны по закону, им не выплачивают. В отчетных документах цифры одни, а на руки получают совершенно иные деньги, говорит Антонина Самсонова. Не признают ни афганцев, ни чернобыльцев, ни детей войны. Только если мы возьмемся за руки, мы придем к победе справедливости. Доплата к пенсии для детей войны, согласно законодательству, составляет 30% от минимальной пенсии. В действительности же выплачивают намного меньше. Самый распространенный ответ чиновников – нет денег в бюджете, говорят дети войны. Сегодня главный вопрос повестки дня – чего удалось добиться за минувший месяц? На этом собрании мы всем, представители нашей организации и гражданам детей войны города Запорожья, даем информацию, какая проведена работа, результат нашей работы, какие мы получили ответы по нашим запросам, обращениям от вертикальной власти. Добиться своего поодиночке никогда не смогли бы, говорят члены организации. А раз уж собрались, то пойдут до конца. Люди должны за себя стоять, раз их ущемляет власть, вот, они должны как-то организованно держаться друг друга. Ну, надо бы еще, конечно, нам и на митинги выходить, действовать так, как действуют во Львове, Харькове, Луганске, Донецке. Сегодня запорожская организация детей войны насчитывает почти 10 тысяч человек. Тех же, кто по разным причинам не борется за свои законные права, в городе куда больше.